Ну что ж, мои дорогие друзья, всех приветствую снова, это я, Морил. И сегодня у нас вторая часть, мы проходим эту легендарную игрушечку Гарри Поттер и Философский Камень. Давайте уже по-быстренькому загрузим и посмотрим, что у нас. Ну сегодня серия реально будет короче, ну там минут 15-20 максимум. Значит, опа. А мы... Это гном, мистер Поттер. Ого. Он любит мешать молодым волшебникам. Чтобы закончить задание, дайте ему подзать. Это, короче, ну, мы, оказывается, тогда не прошли. И довольно противный. Тут их дофига. Тише, 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 какие хорошие мальчики. Тихо, тихо. Блин, что-то по ушам долбит жестко. А тут нету никаких... А, ну я еще лохомора не выучил, поэтому... О, какой стоит. Поздравляю, мистер Поттер, вы выполнили задание. Добрый, добрый, ну. Вы собрали все звезды, 20 очков Гриффиндору, а теперь поторопитесь на тренировку по вождению метлы. Возвращаясь в Гриффиндор, Гарри, Рон и Хермион обсуждали... Хермион уже. Был Гермион, сейчас Хермион. Было много разговоров о проникновении в банк чародея Гриффиндора. Не, Рон вообще красавчик, без рофла. Ну, просто суетолог, реально. Короче, залетаем. Хорошо. Я мадам Хух. На первом уроке ты будешь летать через эти магические кольца. Угу. Управляйте метлой стрелочками. Угу. Кнопки ускорения и замедления регулируют скорость. О, полета. Тут вообще веселуха будет сейчас, кстати, да. Внимание, по моему свистку. Добрый, добрый, ну. Сейчас попробуем. Опа-па, бочком-бочком, пошел. Посмотрим, как ты справишься с кольцами. Сейчас посмотрим, да-да-да. Главное попадать, потому что если я сейчас промажу, это будет вообще жесть. Полетели, полетели. Полетели, полетели. Пиздец. Тише, тише, тише. Смотри на следующее кольцо. Смотрю, блядь. Есть? Дайте. Где? Блядь. Мы еще тайник забрать. Я шарю в этой теме. Тут будет над чем потрудиться. Я уже понял, блядь. Тише, тише. Вот, вот, вот. Где? Где, блядь? Блядь. Забрал, забрал, забрал сюда. У тебя врожденный талант. Тут нету? А где? Бля, ну ты баклан. А, значит, он там. А теперь с двигающимися кольцами. Где, где, где? А, все, вспомнил точно. Отлично. Быстрее, 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 бля. Быстрее, бля. Быстрее, 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 быстрее. Курва. Два, три. Пофиг. Где? Все, хана. Полетели, полетели. Капец, я туплю. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Игра для детей была сделана вообще, как бы. А не для таких, как я, умников, блядь. Тихо, тихо, тихо. Пошел, пошел, пошел. Отлично. Отличный счет. По факту. И карточку еще золота, вообще песня. Я вас также поздравляю, как первого ученика, который нашел тайную комнату. Опа. С сегодняшнего дня вы можете летать на метле в любое время. Реально? Добро. У вас сейчас будет урок магии. Точно? О, хорошо. А, учим лохомору, я понял.
Значит, а можно вообще попробовать сохраниться? Ну да, это уже. О. А ты чё, блин, зажал? Давай, 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 блядь. Ты стоишь тут. Так. Блядь, звуки тут... Ну, тут звук очень странно работает. А тут Алахоморкс тоже. Значит, сейчас это... Ну, мы учим Алахомору. Ты пришёл слишком рано, но я научу тебя новому заклинанию. Да? А вот сейчас моё любимое будет, я правильно понял? Хорошо, хорошо, замечательно. Это значит, получ... Опа! Когда я закончу, нажми на кнопку мыши, чтобы повторить. Опа-на, ёптудей. Это, конечно, все весело, очень мне нравится. Хорошо. Аллахомора. Хорошо. Это было неплохо. Согласен. Нет, не могу. Блять. Я думаю, профессор Флитвик поставит тебе за это заклинание 5 баллов. Подожди ты. Ты начинаешь понимать. Не надо, не надо. Ну, зачем? Сглазила, паскуда. Ты почти справился? По факту. Но почти, как говорится, это, ну, кочерыжка.com. А можно я попробую немного в другом месте? Есть. Тебя заколдован. Я понял. Заклинание, чтобы открыть. Реально? Добре. А вот тут нету ничего? О! Все. Как бы, ну, я шарю. Вот вам и карточку, да? Ага, в мечтах. Картина. Замечательно. Серьезно. А. Больше ничего нету. Хорошо. Теперь можно и дверь открыть, в принципе. Ты можешь найти два тайника в этой комнате? Изи. Ого. Произнеси заклинание Алахомора. Сейчас попробуем. Я ж не знаю. Офигеть. Лягушка, хо-хо, какая стильная. Подожди, а там же ж это, ну. Ёпта ты. Вы рофлите надо мной? Я пропустил там, походу, тайник. Стоп, стоп, стоп. Да мне похер, честно. Подожди. Ладно, придется. А тут Вергандиум... Как там? Вигардиум Левиосо. Добро пожаловать, дети. Я профессор Флитвик. Тема урока — заклинание левитации. Ого. Посмотрите на правильный символ. Ёптудей. Когда я закончу, придержите кнопку. А почему красный у тебя там все на заднем плане, пацанчик? Блять. Пизда, честно. Как это дети трехлетние проходили, я не понимаю. Как это в детстве проходил, блядь, расскажите. Продолжайте тренироваться, пока не выучите. Блядь. Дед, трофлишь, успокойся, не надо сейчас, не надо, не надо. Я Алахомору только что нормально... Только что я, блядь, Алахомору выучил, блядь. Тренироваться, пока не выучите. О. Левиоза. Отличная работа, добрый. Мистер Поттер, но вам есть куда стремиться. Ну, по тебе видно, братанчик, тебе тоже есть куда стремиться. 55 очков у Гриффиндора, ахере. Не возьми нубы, реально, там, наверное, Слизерин просто нас во все щели колошматит. Ну, как обычно. Ну, я угадал, у Слизерина 109.
как обычно. Чё нового? Мистер Поттер, это не так, то, чему я вас учил. Честно. Один из четырех я прошел, да мне похуй, честно, вот веришь, братан? Я сюда пришел за эмоциями. Теперь вы можете потренироваться. Следуйте за мной, мистер Поттер. Так, ну попробуем, давай. Хорошо, хорошо, я тебя понял, мужичок. Как тебя зовут вообще? Мы с тобой даже не познакомились. Ну этот препод еще адекватный, видите? Вот такой, типа. Примените заклинание на той статуе и передвиньте ее на площадку. Угу. Это, наверное, лучший друг Хагрида, короче. Ну, вы поняли. Оп, 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 оп. Все, все прекрасно. Тогда я пройти, братан. Идите и собирайте заслуженные звезды. Встретимся с вами в конце. Хорошо. Ну. Это, короче, если бы я употреблял тяжелые наркотики, у меня бы, наверное, учеба в колледже также проходила. Ну ладно. Короче, да. Тут больше. Ну, как бы. Бля, тихо. Тан-таран-тан-тан-тан. Так. О, сейф. Так. Так я ж тут был только что. А, не. Трофлиш? А, я вспомнил. Тут же вообще прям. Смотрите, раз. Берется. Домой. Вот и все. Так. Эти не открываются. Кстати, по графике очень схожие первый и второй Гарри Поттер, как я понял. А вот третий там уже вообще разнос. Бля, вот мне уже очень интересно в третьего поиграть. Там же вообще веселуха. Ну, значит, сейчас вот это пройти тоже. Кайфануть так. Так. И что ты хочешь мне сказать? Ну, гости ты, а. Все, пиздец. Два баба каких-то выплюнул. Тише, тише, тише. Так, ну хорошо. А тут тайников точно никаких нету? Вот, конечно, как этой фигней управлять, я не понимаю до сих пор. Один есть. Все. Ну трофлиш. Так, все, залетаем. Блин, я хотел бы в этом видосе успеть еще вот этого челли, ну, пройти урок, и будет вообще классно. Так. Куда? В сохранёнку, да? Я понял. Я бы тебя вообще выкинул этот ящик. А, все нашел. Хорошо. Но я как бы помню, что здесь есть нечистая сила земли. Тихо. Что-то я слышал. Вот здесь где-то есть какие-то приколюхи. Стоп, я ж помню, прекрасно. Тут какой-то должен быть прикол. А, это не здесь, наверное. Да, это, наверное. А я фиг знает. Тихо. Походу здесь ничего нету. Ладно. А, да, это вот тут точно. Блять, беги! Вот тут уже веселее сейчас будет, да. Так, так. Хорошо. Wingardium Leviosa.
Угу. Так, смотрим. Значит, еще там открылась тема какая-то. Угу. А зачем? А. Замечательно. Вот тут карточка будет, по-моему, если не ошибаюсь. Так. 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 О, карточка в натуре. А, ну, не знаю. Собирать тут, не собирать. Ладно. Ну, хотелось бы, конечно, все карточки реально собрать очень сильно. Тихо. Опа. А эту штуку? А. Ну, вроде все, что можно было, я собрал. Так. А сюда точно нельзя? Печально. Сейчас эта штука к нам подлетит. Мы так раз... Потом она туда подлетит. Надеюсь, по крайней мере. Так, так, так. Опа, опа, пошел. Сейчас, опа. Два. Делаем вот так. Делаем вот так. Все. У нас же 6 звездочек. Ничего себе. Так. Беги. Хух. Так. Что у нас здесь? Опа. Поздравляю. Ты меня напугал, братан. Мистер Поттер, вы справились с задачей. Вы собрали все звезды. 20 очков Гриффиндору. Вперед! Вперед, вперед, Донбасс. Ну тоже еще что-то сейчас будет. Ну класс, взял меня, оставил тут на растерзание каким-то квадратом. Кубом. Кубой 3D. А, типа, можно было просто пробежать, да? В чем логика? Так. Все. Вот и все, короче. Мы вылезли. Опа. А, и тут мой любимый, так я так понимаю. А у меня ж тут польский, татарский язык стоит. Кто шарит, пожалуйста, напишите в комментариях, что здесь написано. Буду очень благодарен. Я не понимаю. Это, наверное, какой-то язык. Хорошо, что мне сделать? Ладно. Что там написано, я не знаю. И как это вообще можно пофиксить? Так, ну в целом мы этот урок прошли. Сейчас мы тут зайдем кое-куда. О, карточка, надо нормально. Дай поднять. О. Зашибись. Так. А то сохранёнки нету. Лишь сохраниться надо. От души, блядь, не пугаю. Ты мне ещё надамажил? Тебе пизда. Поттер, ты ужасен. Но что мы можем сделать? Тебе пизда, блядь. Тебе пизда, блядь. Все говорят, что ты из зоопарка. Ну, чел, реально. Если блядь. Ты посмотришь в зеркало, то... Кстати, а фишка в том, что в фильме я его не помню. Это его не было в фильме, по-моему. Пидорасина, блядь. Винис, и ты... Я его в фильме не видел, блядь. Лягушка мне сейчас очень нужна. А, эта штука даже... А где сохраниться можно, блядь, подскажите, люди добрые. Опа-на, пришли, блядь. У тебя 25 бобов? Нет, вам показалось. Для экспериментов. Какие эксперименты, блядь, с ним проводить, я не понимаю. Отлично, Гарри, ты нашел все бобы. Вот карточка, надеюсь, у тебя еще нет такой? Сейчас посмотрим. О, песня. Спасибо, что выручил нас. Да пожалуйста. Обращайтесь. Так, карточку я хочу, я люблю карточки. Хорошо.
Так, а можно сохраниться? Спасибо большое. Опа, опять, блядь. Да что за... Да, конечно, ну... Что тут написано? Так, я помню, я помню. Тут еще сейчас карты... А, нет, тут какая-то фигня будет. Ладно, ладно, ладно. Можно сох... Опа, 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 на, какие люди. Эй, Поттер, ты любишь сюрпризы? У Мелфоя есть для тебя подарочек. Ты лучше смотри под ноги, Поттер. Сливеринцы не любят гриффиндорцев. Хорошо. Я вам это припомню. Месим статую. Блин, мне просто надо сохраниться, чтобы закончить видос. Можно это где-нибудь сделать? Угу. Все у меня под прицелом. А ёпту, блин. Угу. Это моя книжка. Книжка. Может, напоминалка, блядь? Ох, скоро урок гербологии. Ох, я почти забыл. Следи за Драком Мелфоем. Я видел, он где-то здесь болтался. То есть вы здесь скажешь, мне сейчас придется... Наверное, здесь рядом с тайной... Наверное, здесь рядом тайная комната. Спасибо большое за совет, братан. Где тайная комната? Показывай. Эти статуи очень интересные. Показывай, где тайная комната. Пальцем подкни, блядь. Я не вижу, братан. А, понял. О, вот тут, о, тут паркур, я люблю паркур, кстати, реально. Я обожаю паркур, блядь. Оп, раз, пошел. Отрыв. Так. Два, блядь. На. И три. Оп. А это что? Нихера себе. Прям еба. Вот это лакшери лайф. Карточка, еба. Капец, тут карточки просто сыпятся на каждом шагу. Тут их всего в игре 25. Но мне уже дофига... Стоп, я пропустил какой-то? Пиздец. Какую я, блядь, карточку успел пропустить? Ой, блядь. Неужели? Пизда. Так, ладно. Ну, похер. Так это, ну, я залутал, хорошо. О, все. Надо будет. И все, серьезно. Тише. Ну раз уже так начали, мы бодро. А, ну тут ничего такого, да? Все, тут я был. Хорошо, все. Ну на этом, пожалуй, мы будем заканчивать наш видеоролик, дорогие друзья. Спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, там всякие приколюхи. Мне будет очень смешно. Ну на этом мы, пожалуй, закончим следующую серию. Всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока.